Как мальчишкам почувствовать себя взрослыми? Можно так. Но родители, скорее всего, охотнее согласятся на этот вариант. Оружие в руках Вадима, разумеется, не боевое, но скорость, с которой парень собирает и разбирает его, все равно ошеломляет. А еще мальчик умеет грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, обладает строевой подготовкой, способен из лазерного или пневматического оружия с расстояния в несколько метров попасть в яблочко. Мои ребята, 22 секунды, разборка-сборка. Хотите попробовать? Это почти нереально. Я делаю 27. Каждый год самый известный в регионе палаточный лагерь «Архангел» набирает 5 смен мальчишек от 8 до 18 лет. Отбирают сильных духом. Если физическую подготовку можно подтянуть, внутренний стержень либо заложен родителями, либо нет. А дальше езда на квадроциклах, стрельба из автомата и пистолета, прохождение полосы препятствий и сладкий сон, как только голова доносится до подушки. Там очень интересно. Там встаешь, делаешь зарядку, потом сразу идешь, например, стрелять из пневматического оружия, ездить на трициклах, на квадроциклах. И, кстати, несмотря на походный режим, выйти из лагеря или попасть в него без ведома вожатых невозможно. Безопасность парней гарантируется на 100%. Случайных педагогов в лагере нет. Все они сертифицированные специалисты, которые прошли армейскую подготовку и профобучение. И самое главное, каждый из них хочет воспитать в мальчишках мужчин. С этого года планируется запускать программу «Зарница ПРО», в которой ребята почувствуют себя в роли выживающих. Это такой краткий курс выживания. Ребята будут выезжать в лес на сутки, будут учиться спортивному ориентированию, как разбить лагерь и многое другое. Помимо военной подготовки, детей возят в музеи и культурно-историческим местам, учат уважать историю родного края. Смена длится 12 дней, и многие из ребят, однажды побывав в Архангеле, на следующее лето снова делают выбор в его пользу. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение.